Можете рассказать историю кошки вкратце? Кошка была брошена на даче. Отморожено у нее одно ушко наполовину, второе начало отмерзать. Вот. Вцепилась в меня мертвой хваткой. Пришлось забирать с дачи ее. Она уже стерилизованная. Возраст у нее года 2-3, молоденькая совсем кошечка. Лоточек знает, сухой, мокрый корм кушает, очень мышей ловит, обалденно ловит мышей. На даче ими питалась, собственно. Ты молодец какой. Как зовут? Дарина. Дарина. Она никак не может еще отоспаться и отъесться. Ну, лоточек она сразу прям, сразу в лоток пошла. Ну, отлично.